Градообразующее предприятие «Реутва» военно-промышленная корпорация НПО «Машиностроение» выпустила вторую часть книги памяти. Издание посвящено ветеранам Великой Отечественной войны. Напомним, первая часть была выпущена в прошлом году в честь 75-летия Победы. Она содержит 75 очерков автобиографий работников предприятия, которые прошли войну. Сохранить память о героях, отмечает руководство НПО «Машиностроение», наш долг. Любое общество живет и развивается правильно, да и вообще имеет право на существование, если оно чтит свое прошлое и думает о своем будущем. К счастью, да, в НПО «Машиностроение» вот сегодня мы можем с уверенностью сказать, что у нас есть и та, и вторая составляющая. Автор-составитель книги памяти Екатерина Корниенкова рассказала, что в сборе материалов для второй части издания активное участие принимали сотрудники предприятия. В частности, в книгу вошли 4 очерка победителей конкурса «Герои рядом», которые знали ветеранов лично и смогли рассказать об их боевых и профессиональных заслугах. У нас работает много сотрудников опытных, уже в возрасте, да, прошедших школу жизни, которые, конечно, наверняка, я была уверена, знали и работали с теми, кто прошел войну, с участниками Великой Отечественной войны. Вот, и поэтому у меня появилась такая идея, думаю, почему бы не обратиться через нашу корпоративную газету, почему бы не обратиться, не кинуть, так сказать, клич, да, а напишите, а может быть вы расскажете. Тираж второй части книги памяти составил 150 экземпляров. Часть книг вручили семьям ветеранов Великой Отечественной войны, участникам конкурса «Герои рядом» и другим сотрудникам военно-промышленной корпорации. Для всех остальных издание доступно в Центральной городской библиотеке Реутова. Кстати, в процессе создания книги Екатерине Корниенковой удалось выяснить, что на НПО «Машиностроение» трудились около 350 ветеранов Великой Отечественной войны. Далеко не все данные о них вошли во второе издание, так что в следующем году вполне можно ждать и третьего. Елизавета Филимонова, Александр Попов, телеканал ТВ Реутов.